Всем привет! Вы на канале Есть Поесть. Предлагаю рецепт сочных и мягких куриных грудок с необычным вкусом. Блюдо получается ярким и аппетитным, поэтому подойдет как к обычному ужину, так и к праздничному столу. Для приготовления можно взять морковь, но я считаю, что с тыквой получается интереснее. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под видео. Итак, на крупной терке тру тыкву, ну или морковь. На мелкой терке крупный зубчик чеснока. Добавляю соль, любые специи, майонез или сметану и перемешиваю. Подготовленные куриные грудки режу вдоль на две части. Накрываю пленкой и отбиваю с двух сторон молотком с крупными зубчиками. Долго и сильно это делать не нужно, совсем слегка. Посыпаю солью, специями с одной стороны, а потом с другой. И распределяю начинку. Отправляю в заранее разогретую до 190 градусов духовку минут на 20-25. Затем посыпаю тертым сыром и запекаю еще минут 10-15, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Грудка получается очень сочной и мягкой. Подавать можно с любым гарниром и при желании с любым соусом. Я предпочитаю с домашней аджикой. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие простые рецепты вкусных блюд. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.